Я Шарич, Александр Шарич, Александра Коновалова прошли обучение, теперь получили такое право преподавать альфа-курсы, и один человек у нас вот, из той группы, которая начала, дошла до конца, и мы хотим поздравить, вручить сертификат. Светлана, вы здесь? Ага, все, выходите сюда. Наталья, тоже выходи. Так, Шарич, Коновалова. Они там, внизу, сейчас подойдут? Хорошо. У нас там все готовятся уже к Пасхе. Да. Проходите, Светлана. Светлана у нас настойчиво не пропустила ни одного занятия. Первые занятия мы боялись, чтобы она не уснула, а последние занятия у нее так горели глаза, и казалось, что она говорила: давайте еще больше, давайте еще больше. Да, пожалуйста, мы хотели бы предоставить тоже, чтобы поделились. Выходите, выходите. Чтобы поделились тем, что у нас альфа-курс продолжался, у нас было 12 занятий, и где-то мы... 3-4 месяца. 3-4 месяца, потому что кто-то уезжал, кто-то приезжал, но главное, те, кто продержались до конца. Давайте мы послушаем, что люди получили. Огромное спасибо за то, что я была, как говорится, учеником на этих альфа-курсах. Огромное спасибо тем, кто преподавал на этих курсах. Я познала столько много о Боге. В своем возрасте я никогда даже представления не имела. Я благодарна, что меня свело вот со всеми людьми, которые здесь. Я благодарна вам, Геннадию. Спасибо. Натулечка вам. Саша, Александру. Они меня очень многому научили. Спасибо. Светлана, разрешите вам вручить сертификат, который подтверждает, что Светлана Орлова успешно прошла обучение альфа-курса. Вот, и надеемся, что мы... Я очень рад тому, что мы подружились, реально подружились, стали близкими людьми на этих альфа-курсах, и мы в дальнейшем хотели бы вам предложить, чтобы вы нам помогали в проведении таких альфа-курсов, поэтому пусть вас Бог благословит. У ребят было крещение, они сначала служили своим домом. Давай. Да, мы на это подписались только потому, что, можно послужить своей квартирой, там, приготовить, покушать, собраться вместе, и не только, да. Вот. Нас было изначально больше, но статистика показала, что третья часть останется с нами. Вот, поэтому изначально, да, был такой план, что приходят к нам в гости, по-моему, по субботам, да, мы договаривались, готовим ужин, Геннадий с Наташей проводят альфа-курс, а мы как бы служим своим домом, приготовлением ужина. А потом как-то так, я не знаю даже, с чем это было связано, все перестроилось. Геннадий с Наташей предложили корейскую кухню. И говорят, вот можно прийти к нам в гости, корейская кухня. Я говорю, о, давайте, отлично. Говорит, ну тогда вы готовите тему. Типа, вот вам книжка, вот готовьте, пожалуйста. И нам настолько понравилась корейская кухня, что в итоге альфа-курс мы сами продолжали заканчивать. Вот. Поэтому спасибо вам большое, то, что вы послужили тоже своим домом для нас, для этого служения. И в целом как бы все удалось, слава Богу. Для меня это была возможность, квартирой послужить, это хорошо, но у меня была цель как бы поучиться у Геннадия и Натальи, как это делается, потому что я никогда сама ничего подобного не проходила, и мне было интересно. Вот, и действительно, это было очень здорово. Я слушала вот так сама, большими глазами смотрела и большими ушами слушала. Было очень интересно. Вот, так что спасибо большое. Это очень классное служение, я считаю, что... Когда человек только приходит в церковь, у него очень много вопросов. Когда я пришла, мне на вопросы никто не отвечал, потому что я пришла в большую церковь, и я даже не знала, куда там пойти, куда-то что-то спросить. То есть я даже об этом не думала, я просто ходила и все. Вот. А когда есть такая возможность получить ответы на свои вопросы,
в такой непринужденной атмосфере, за вкусным ужином корейской кухни, например. Это очень здорово. Так что, слава Богу, я верю, что это служение будет развиваться в нашей церкви и будут новые ученики. Аминь. И в итоге Александру и Александре вручается сертификат о том, что они прошли обучение и имеют право проводить уроки по альфа-курсу. Да. Поздравляю вас. Александр, поздравляю. Слава Богу. Да, спасибо большое. Проходите, пожалуйста. И мы, когда мы проведем Великден, да, Пасху, то мы, конечно же, начнем еще новый запуск альфа-курса и приглашайте своих друзей, соседей на этот альфа-курс. Мы объявим, и у нас уже больше служителей и больше помощников для его проведения. А еще молодежь хотят нас вдохновить, чтобы мы сегодня все вместе помолились